Да. Ты галстук забыл? Осторожно, подарок уронишь. Может, мне не лететь на свадьбу? Беги. На самолет и поставишь. Подожди, не верещи. Где Коля? Подожди, он вылетел в октав? Почему не вылетел? Что? В каком смысле пропал? Так, подожди, не реви. Так, подожди, успокойся. Значит так, пусть мне позвонит Юра Бреллер. Успокойся, сказал. Так, успокоилась. Все. Все, и поздравила меня. Свадьба все-таки. Все, давай. Нифига себе. За хлебушком сходили. Заславский пропал. Я всю жизнь служил Родине. Я воевал за Родину. Я сидел за Родину. Ну и что? Но я никогда на нее не имел обид. Никогда. А для вас я так, старый коммуняк. Или, как вы говорите, упертый. Да, упертый. Да, упертый и горжусь этим. И говорил, и говорить буду, что при Сталине я бы тебя в стенки поставил. Иван Алексеевич, мы ценим ваши заслуги. Прости. Прости, пожалуйста. Я тут не учить вас пришел, я просить пришел. Возьми мой вертолетный завод. Я не вовремя. Я не знал, что у вас свадьба. Извольский выдает замуж свою сестру. На заводе американцы оборудовали цех по разделке ракет. Платят исправно. На эти деньги я вертолеты выстроил. Но у Минобороны, как всегда, не хватает денег, и мне пришлось рабочих отправить в бессрочный отпуск. Сердце, Иван Алексеевич, врача позвать? Не надо. Потом явились на завод мордовороты. Берем все, покупаем все, а деньги не заводу, а мне. Это что ж получается? 30 сребреников в швейцарский банк, а вертолеты кому? Ну, я взбесился. Отдал 2 вертолета в нашу часть в Чечне. А 3 дня спустя явились снова уже мальчики в пиджачочках. И намекнули, что надо отдать и завод, и цех. А если не отдам, меня убьют. И вы испугались? Я? Мне 77. Чего мне бояться-то?
чудила, молокосос ты. Ни хрена ты не понял. Ты пойми, Славка, я 50 лет как проклятый собирал этот завод. По капелькам, по крохам. От меня-то вы чего хотите, Иван Алексеевич? Денис, чего ж ты молчишь? Ну, возьми, Слава, возьми завод. За вас разбираться с мальчиком в пиджачках. Чтобы они уже не только на ваш, но и на мой завод наехали. Вы этого хотите? На тебя не наедут. Ты из Вольски. Если молодая снимет сапог с золотою монетою, ждет ее счастливая жизнь замужем. Ну, тяни. Пусто. Нет монеты. Чтобы не было неудач, придется теперь во всем мужу угождать. Встреча продолжается. Жди отмашки. Если правильно мушку подобрать, и сига взять можно. А по тихому течению и щука пойдет. В гостинице живет. Сейчас на свадьбе у Извольского. Ты шума не поднимай. Вот скажи мне, Слава, как это так получается? Я не ворую, а мой завод стоит. Кругом грабят, а у них все получается. Почему? А я хочу, чтобы мой завод тоже работал. Я ему всю жизнь отдал и не жалею об этом ни на минуты. А ты? На вшивость проверяете. Может быть. Вот ты в каких хоромах живешь. А скажи, Слава, сможешь ты за свое дело умереть? Вот там-то вся и штука. Там-то вся и штука. Кишка тонка. Запомни, Слава. Золото добываем, могилу себе копаем. Ну так что, не возьмешь завод? Не беру. Ну, не берешь. Разбирайте сами, Иван Алексеевич. Хорошо. Запомни, Слава. Моцарт. Как поживаешь? Твоими молитвами, деточка. Денис, зря я сюда приехал. Кому я здесь нужен? Кому здесь нужен мой вертолетный завод? И вообще, кому это все нужно? Езжайте в гостиницу, ждите меня там. Зачем? Хозяин все ответил. Что мне здесь делать? Задержитесь. Я еще раз буду говорить с Извольским. Ситуацию надо дожать до конца. Ладно. Встретимся в гостинице. Бумаги могу забрать с собой? Да. Спасибо тебе, Денис. Может, дело и не сделаешь, но хоть посочувствуешь. И еще. Алексей Иванович, сегодня здесь к вам кто-нибудь подходил? Спрашивал, интересовался. А кому я здесь нужен?
Господин Сенчуков. Добрый день. Рад приветствовать вас. Имею честь знать. Это абсолютно не важно. Главное, что я вас знаю. Моцарт, ты нас поешь? Если публика попросит. Моцарт. Скромно. Всего лишь Моцарт. Так значит, где-то тут должен быть и этот... Сальери. Да. Господин Сенчуков, у меня к вам большая просьба. Вы уезжайте отсюда. Домой уезжайте. Не ходите больше к Извольскому со своими просьбами. Не делайте глупости. Тебе чего? Деваться больше некуда, дед. Пошел ты. Он еще учить меня будет. Я не учу вас. Я рекомендую. Пока. Я к вам отношусь с большим уважением. Напугал? Напугал. Счастливого пути. Лучше бы ты не приезжал сюда, вертолетчик. За моей спиной дела проворачивал Сенчуковым. Ты же сам меня просил узнать про вертолетный завод. Не передергивай. Я тебя просил выбить долги у Сенчукова за бронемайкс. Слава, я не вышибала. Я твой заместитель. Заместитель. И в твои обязанности входит безопасность. В том числе. На твое место я мог взять любого военного полковника. А взял тебя, бывшего следователя генпрокуратуры, и своего друга. Как думаешь, почему? Потому что я верю тебе, как себе. А ты меня втягиваешь в какие-то сомнительные авантюры. Сенчуков едет в гостиницу. Дим, ты зачем на мне женился? Ну, зачем люди женятся? Ну, вот я спрашиваю, зачем? Давай без психоанализа. Ну, женился, женился. Допустим, я жить без тебя не могу. Врешь. Ну, врешь, да? И был. Тогда скажи, что ты меня любишь. Я уже говорил. А я 100 раз хочу слышать. Нет, 1 000 000 раз. Вот я твоя жена. А я все равно не верю. Ты богатый, у тебя денег много, ты любую красотку купить можешь. Да ты и покупал их пачками. Ну, это было давно и неправда. Зато теперь у меня есть одна единственная. На всю оставшуюся жизнь. Клянись, что на всю оставшуюся. Клянусь. Клянусь, клянусь, клянусь. Я не верю. Дима, ты такой красивый. А я не очень красивая, не, да? Не правда. Ну, не правда. У тебя глаза красивые. Не любишь. Сань, ты знаешь, кто я такой? Я козерог. А козероги говорят слово «люблю» только один раз в жизни. И все. Я люблю. Люблю. Я умру без тебя, Дима. Какая же я дурочка. Я была уверена, что это Славка заставил тебя на мне жениться. Я на тебе женился, потому что я люблю тебя. И хватит уже. Дима! Соня! Дима! Соня! Дима! Дима! Идем в комнату. Дима! Соня! Ну, бог с ними, мы к ним потом придем. Дима! Соня! Ты что, несчастный? Тебя люди ищут. Ты меня не хочешь. Thank you.
тебя убивать не будем. Помучим и отпустим. Что-то ты какой-то грустный. А, Коль? Не бойся. Я твой шеф из Вольски. Похож? Смотри, обрадовался. Отпустим. Если долг вернешь, конечно. Большой долг, сам знаешь. 200 000! Не трогаю. Не велено. А иголки под ногти совать можно? Нельзя. Почему отца до сих пор нет? С утра еще за ним послали. Ну, пошлите еще одну машину. И Неклясова позови. Володь, что стоишь? Жениха зови. А, ну да. Денис, завод взять, все равно, что пирамиду Хеопса покупать. 9 гектаров цехов, 200 вертолетов в год. Кому нужны сейчас 200 вертолетов? Ты задавался такой вопрос? Я за то, чтобы помочь вертолетчикам. Он за то. За то. Пока что решаю я, а не мой зам. Старик, тебе плохо? Ты кто? Тебе плохо? Я тебя не знаю. Ты кто? Ты кто? Кто? Слав, ты меня звал? Что можешь сказать об Ахтарском вертолетном заводе? Ну, отличная площадка для тренировки бульдозеристов. Абсолютно бесперспективное предприятие. Еще вопросы будут? Свободен. Слышал, что сказал Неклясов? Не глухой. Да кто такой этот Неклясов? Вожатый пионерского отряда с шелковым галстуком за 200 баксов. Он толк в производстве знает, у него 2 университета за спиной. Ты мое мнение знаешь, я свое сказал. Я в гостиницу. Зачем? Синчаков ждет? Подождет. Вязаться из-за 9 гектаров металлолома. Вячеслав Аркадьевич, поздравляю. А что губернатор? Почему я его не вижу? Он улетел на север области. Врачи объявили голодовку. Устроили такой скандал. Телевидение подключили. В общем, но он просил передать его самые наилучшие поздравления и прислал 4 китайских бизнесменов. Ну, хотят познакомиться с областью на предмет инвестиций. А я здесь при чем?
Ладно, пусть гуляет. Отдыхает, слушает народную музыку. Поздравляю, Слава. За Соню рад. Господа, Юля, пожалуйста, приглашайте гостей. Послушаем музыку. Дима, не хами. Пойдем в комнату. Вот приедем в Москву, я тебя устрою. Хочешь, я тебе кое-что скажу? Скажи. Я такая счастливая. Димка теперь мой. Я очень рад за тебя, сестренка. Ты что, напилась, что ли? Ну, есть немножко. Слав, помоги мне. Вот. Неудобно, Саня. Ну, Слав, снимай. Когда будем фотографироваться? Вот отец приедет, тогда и будем. Ну, значит, никогда. Володь, это что? Да все нормально, проверял. Саженцы для теплицы привезли. Много саженцев? Не считал. Зря. Парк, дом. Проверял? Вчера было все чисто. Вчера, это было вчера. А сегодня Извольский запретил лазать по дому и парку. Говорит, нечего в гостей пугать. Здесь Ахтарск, а не Москва. Проследи за мичуринцами. Да. Ладно, ты жди меня, я сейчас сам приеду. Да. Моцарт. Ты куда это? Опять кто будет? Люди ждут. За подарком надо смотаться. Забыл, представляешь? Я буду тебя ждать. Скорая приедет. Бесполезно скорая. Он уже умер. Похоже, сердце. Господи. По внешним признакам это обширный инфаркт. Но сейчас ничего не могу сказать конкретно. Надо делать скрытие. Делай. Сначала надо спросить разрешение родственников Сенчакова. Вдруг они будут против. Скрытие надо сделать как можно скорее. Постараюсь, Денис Иванович. Делай! Делай! Вячеслав Аркадьевич, ну, у меня дела. Мне сказали, губернатор встречался с банком ИВЕК. Это так? Серов сам просил о встрече. Так вот, передай губернатору. Либо я, либо банк. Вячеслав Аркадьевич, все в порядке, ваш отец едет. Спасибо. Чисто все. Это была моя самая легкая работа. Да. Да. А правда, что здесь таймень под 100 кило? Чистая правда. Лось.
отвезите его к дому Извольского. Там сегодня праздник. Ну, спасибо тебе, папка, что ты приехал. Поздравляю тебя, Сонечка. Будь счастлива и нарожай мне кучу внучат, пожалуйста. Дим, Дима, Дим. Поздравляю. Не обижай мою дочь. Слава, а ты галстук так не научился завязывать. Ну, семья не без урода, пап. Ты мой родной. Долго нам еще эти блины есть? Тебе не нравится? По-моему, так весело. Я сейчас вернусь. Дим, нельзя уходить. Я на секундочку. А вон тот высокий мрачный кто? Это Володя Калягин. Почему мрачный? Он вообще добрый. Начальник промышленной полиции. Наш главный инженер. Теперь невеста может шубу топтать. Мальчики. А этого певца я где-то и видел. Пап, ты что, правда не помнишь? Ну это же Лёшка. Мы вместе учились. Он еще на скрипке играл, его поэтому Моцартом прозвали. Не помню. А кто его с лестницы спустил, когда мы в 9 классе с ним в подъезде целовались? Теперь вспомнил. Тихий мальчик был, не сопротивлялся. А это Михаил Иванович Федякин, заместитель по финансам. Такой классный дядька. Юра, молчанку играешь? Почему не звонишь? Где Заславский? Ну не может он сквозь землю провалиться. Дима, ну какого черта, а? Мне что, больше делать нечего? Мужика нет 2 дня. Это что, проблема? Одно знаю точно. У него есть какая-то баба. Она ему сюда в офис по 6 раз на дню названивает. Так что делай выводы. Извольскому пока ни слова. А ты, Юра, Зим? Ты, Юра, землю рой, а Заславского мне найди. И помни, он не только наш кадр. Он еще племянник губернатора. Помню. А нам осложнения с губером не нужны. Ладно. Да, кстати, поздравляю тебя, жених. Соня, от меня поцелуй. Заславский, ты чё, загасил его, что ли? Да живой, но уснул. Притомился. Ты узнал, что дальше делать? Или лишь ждать и курить? Ты льешь свои деньги, Дима, в Москве.
Ну то из чего ты их льешь? Делается здесь. Вот без этого у тебя бы ничего не было. И не 200 долларов за тонну. Это русская сталь. Я хочу, чтобы ты это понял. Потому что теперь ты моя семья. Мне что, пойти руку рабочему пожать? Ни черта ты не понял. У меня одна сестра, а у тебя одна жена. Слав, да я все понял. Я Соню обидел, что ли, когда-нибудь? Не дай бог, Тима, чтобы она когда-нибудь на тебя пожаловалась. Нас засекли. Ищите дальше. Володя, где все? На завод уехали. Сейчас вернутся. У нас проблемы. Вот беседки нашел. Вова, я тебя сейчас по частям разберу. Ты почему сегодня не проверил? Я рассказал. Извольский запретил. Саженцы, говоришь? Плохо ты, Володя. Развели тебя, как пацана. Я сам в эту машину два раза лазал. Все было чисто. Кто здесь был с утра? Да много народу. Охрана, водители, повара. Чек 100. Всех проверяли? Всех. Ни один не зацепился. Ну? Моцарт со своими музыкантами приезжал. Моцарт. Что здесь делал? Так покрутились, аппаратуру повтыкали. Все под моим наблюдением. Ну? Я на полчаса отлучался. Значит, они вели нас с самого утра. Слушали, следили. Что не могли узнать? Как пьют, да анекдоты рассказывают. Что надо, то они знают. И вот эта штука, Фула, здесь не в единственном числе. Здесь тебе не Москва, а Хтарск. Прошу тебя, уезжай из деревни. Не хочешь со Славкой жить, будешь со мной вместе? Ну, куда ж я? Эльвира, ты можешь говорить? Так, сейчас собери мозги в кучку. Скажи мне, Колю нашли? Хватит выть! Для тебя он всегда был по барабану. Ладно, я догадываюсь, где он может быть. Тебе не скажу мужские секреты. В общем, придет, ты ему глазки поцарапай. И передай ему. Друзей на бабу не меняют. Все. Черт. Сославский, я сволочь. А куда ты пропал? Ну, ты хоть помнишь, как под моим окном играл? Играл. Потом тебя за кражу посадил. Обидно. Не крал ничего. Лёшка, знаешь, какая я счастливая. У меня есть Димка.
Да он-то посчастливее будет. Что ты хочешь сказать? Да ничего. Честное слово, ничего. Просто Неклясову повезло, повезло. Соня, а где твой муж? Не знаю. Здесь. Клоун. А ты ж бегал за мной в школе. Бегал. Я тебя любил. Вот и бегал. Я тебя и сейчас люблю. Дима Неклясов. Дима Неклясов поимел все, что хотел. Мальчику 25 лет, он имеет все, Падик, все. Извольскому чуть за 40, а он уже давно имеет все и всех. Мужики, побойтесь Бога. Это свадьба, не производственное собрание. Ну, Миш, ну, Галь, ну дай поговорить. Ну, да, Валик, только не надо путать Божий дар с яичницей, ладно? Сравнил Диму со Славой. Славка зубами. Зубами добрался до вершины. А по дороге загрыз все, кто ему мешал. И кто мог помешать? Ну, милый мой, вот это уже нюансы. Это, как говорится, оттенки российского бизнеса. А этот... Слава, его одевает в дорогой костюм. Отправляется за границу учиться. А что она с золотом подносит, приносит ему? Ключи от машины, от квартиры. Фирму. А МК Инвест, дарит. И что теперь и породнился? Завидуешь? Дима! Иду! Да? Как в порядке? Все нормально, все хорошо. Дим, а? Скажи, а почему тебя Извольский любит, а? Любит? Ну, потому что я красивый. Красивый. Садись. Садись, красивый. Давай, за твое семейное счастье выпьем. Не-не-не, жениху на свадьбе, не. Ну, бросьте, давай. Давай. Слушай, Дим, скажи, а зачем Синчаков к Извольскому приезжал, а? А это ты у Черяги спроси. Я у тебя спрашиваю, почему здесь Черяга? Почему, зачем? Он же у нас защищает Ахтарское княжество от набегов вражеских половцев и от Москвы. А теперь приумножает капитал. Потому что богатство Извольского будет прирастать с помощью Кангарского вертолетного завода. Ура, товарищи! Ура! Подожди, подожди. Я не врубился. Мы что, вертолетный завод берем? А я не знаю. Может, берем, а может, ну его нафиг. Хозяйская душа, как ты сам понимаешь, потемки. А почему это мне ничего никто не сказал? Я им что, дерьмо на лопате? А кто? Кто ты такой, Михаил Федякин, чтоб тебе докладывать? Извольский никогда и ни с кем не станет делиться о круговороте заводских денег. Так что тебе, Миша, этого знать не дано, понял? Между прочим, зам по финансам. Миша, Миша! Ой! Вот и драка! А какая страшная свадьба у нас без драки! Это старинный русский обычай! Лежать!
уже уйдете? Да, я со всеми уже попрощался, так что... Подождите, я вызову сопровождение. Не надо. Пусть люди делом занимаются, я сам доберусь. Спасибо, Нил. Спасибо. Как был этот Федякин быдлом, так быдлом и остался. Я его урою. Уроешь. Только не вертись. Ну, у кошки заболи, у Димы заживи. Маленький мой, но хороший. Больно, да? Больно. Зам по финансам. Очки разбил. О, я тебе новые купила. Этого не знаю. Он не местный. Я знаю. Московский киллер. Лось. Ну вот и привет из Белокаменной. Слав, я был неправ с вертолетом Савлина. Можешь меня увольнять. Легко хочешь отделаться, Денис Федорович. Я беру завод. Я тебя за язык не тянул. Значит так. Будешь давать интервью, как Ахтарский металлургический комбинат спас вертолетный завод. Наеду на комбинат, я тебя сдам. Ну, ребят, это личная инициатива моего зама. Берите его, ешьте. Что с тобой банкиры сделают, это меня не касается. Жестами объяснил, что меня зовут Хуан. Нечестный расклад. Где Заславский? Не знаю. Неклясов говорит, он две ночи дома не ночевал. Вроде у меня баба такая в Москве. Это так важно. У меня люди по два дня не пропадают. Ищи Заславского. Славский деньги в долг брал? Я не в курсе. Послушай, ну может у Заславского запой? Или отлеживается где-нибудь в Таиланде? Ну чего из-за этого засранца шум поднимать? Сядь. Коля предпочитает шоколадные конфеты или тянучки?
Я откуда знаю, я к нему в рот не заглядывал. Ну что это? Он никогда в ящиках убираться не велел. Истерику устраивал. Ничего здесь не убирать. Я не знал, что Заславский наркоман. Слушай, а вообще он честно на работу под кайфом ходил? Да нет. Никогда бы не подумал. Юра, ты сюда не думать, знать поставлен. Чего мнешься-то? Ты же знаешь, я здесь всего месяц. До него просто руки не дошли. Он у меня четвертым в списке на проверку был. А мне по барабану факты твои невеселой биографии, Юра. Тебе, дружок, по чину полагается знать, с кем Коля Заславский говорит по телефону, какие там конфетки жрет, у кого занимает, с кем спит, каким способом он предпочитает это делать. Да ё-моё, Денис, если бы он заметил, что его пасут, орал бы на каждом шагу, что Извольский пригрел на груди змею. То есть меня. И эта змея копает под комбинат. А ты испужался. Юра, ты здесь в Москве шеф по безопасности, да ты за каждым обязан хвостом ходить, ко всем принюхиваться. А ты прокололся по полной программе. Да. Это я ищу с вами встречи. Да. Хорошо. Вот не надо искать убийц Сенчукова, я занимаюсь черти чем. Я занимаюсь, Юра, твоей работой, я ищу Заславского. Денис, я все возьму на себя. Да. А Извольский с меня же спрашивать будет. Вот блажь на него такая нашла. Найди Заславского! Ну, хочешь, уволь меня. Денис Федорович, подпишите, пожалуйста. Брейлер отнеси. Дима, ты что здесь ищешь? Я же просил ничего не трогать. А, да я так, случайно. Телефончик один затерялся. Ты а еще... ты ж в Париже должен быть. У тебя медовый месяц. Молодожен. Так в Москве дел куча. Сегодня вернулись вместе с Соней. Сразу после тебя. Денис, слушай, скажи, что Коля Заславский нашелся? А, в Париже сейчас хорошо. В Париже всегда, всегда хорошо. О, Шанзелиза. О, Шанзелиза. Ты же Колин друг? А? Ты Колин друг? Ну да. Друг. Какие у тебя с Колей дела были? Да никаких. А кто ему колеса доставлял? Что? Слушай, что они такие грязные, а? Овчарка.